Ну что, ребята, всем привет, меня зовут Джон Доу, и мы продолжаем проходить Alan Wake 2. Ну что ж, мы зашли в складку, и что-то сейчас здесь, по всей видимости, будет нехорошее, я правильно понимаю? Смотри, что-то есть. В затопленном бункере обнаружено тело местного подростка. Тело местной жительницы Норы Хесберг, 15 лет, пропавшей в прошлую субботу, обнаружено в опечатанном подземном бункере в Брайтфоллс, рядом с домом престарелых Вальгала. Причина смерти – утопление. Трагедия случилась во время посещения бункера местными подростками. В субботу утром родители Норы обнаружили, что накануне вечером девочка не вернулась домой, и обратились в полицию. От знакомых жертвы полицейские узнали о необходимости осмотреть бункер. Согласно официальной версии, смерть наступила в результате несчастного случая. Местное сообщество тяжело переживает новость о гибели юной девушки. Ага. Там что-то было, подожди. А, ну это получается, да, аптечка у нас тут. Что-то еще может, не? Вон там, да, что-то можно забрать все-таки, смотри. Сейчас по-любому, наверное, будет босс-файт очередной, я так понимаю, да? В этот раз с бабушкой повоюем. Это тот самый бункер, да. Что-то мне эти звуки уже не очень нравятся, вы знаете, скажем вам честно. Даже не знаю. Куда нам идти? Ну давай сюда. Такое чувство, как будто я хожу кругами, потому что я вижу одни и те же граффити. Да, то есть это мы кругами. И я хожу по кругу, именно. А если мы пойдем обратно? Да, если мы идем обратно, то мы в итоге выходим отсюда. Угу. Значит, получается, вот эти вот входы зациклены, да? Ну, по-моему, что-то изменилось, да? Это теперь уже другая локация, не? Во, да, нам нужно, видимо, сюда куда-то. Так, тихо. Кто-то тут есть. Вот, это можно дернуть. Ну, что-то я чую, сейчас что-то будет веселенькое, да? Или пока нельзя? Оставалось совсем недолго. Сломанная дверь. Хорошо. Что у нас тут? Давайте смотреть. А там вроде ничего. Либо опять так положили, что фиг заберешь, да? Да. Очередная аптечка была. А, да в смысле? Я ж попал там, ну, в эту белую фигню. Ух ты, прикалываешься, Дмитрий, ты чё? Реакция уже не та, все. Пора меня отстранять от обязанностей. Теперь, видимо, нужно дернуть за рубильник, правильно? Но пока вроде никого не наблюдаю. Хорошо. Стена просто исчезла. Это из-за света? Ну да, как и у Алана, получается, меняется все вокруг в темной обители, когда врубаешь свет. Теперь ближе, уничтожил, иначе нельзя. Что бы это ни значило. Смотри, опять что ли? Да. Мы опять вернулись в самое начало, что самое интересное. И куда же нам идти тогда в таком случае? Так, игра сохранена. Это замкнутый круг. Еще один. Нужно пробиться к центру. Да, смотри, что-то изменилось. Как будто бы отель, да? Синтия. Она здесь. Тупик. Какая-нибудь хрень на меня выскочит, да, в самый такой момент, когда я расслаблюсь.
Что-то есть у меня такое подозрение почему-то, даже не знаю почему. И смотри, опять. Мы как будто бы по кругу реально ходим. И опять мы здесь. Значит, пошли мы не в том направлении, в котором нужно идти. Тьфу, я снова здесь. Хорошо, давай вот сюда. Тут-то мы точно не были. Да, и вот есть какой-то подъем. Сюда мы еще не ходили. Закрыто. Ключ должен быть где-то рядом. Ну-ка. И все пропало, заметь. Но ключ должен быть здесь, я правильно понимаю? Ну тут-то понятно. Сейчас давай сначала сюда заскочим. Я думаю, что именно здесь я в принципе все и смогу забрать, да, найти. Вот, может здесь что-то найду. Патроны. Это тоже неплохо, в общем-то, я считаю. И вот смотри, болторез. Тут, видимо, мы его и найдем, у меня такое ощущение. И что поменялось? Ну вот эта вот хрень появилась, да, я понял, но... Ничего. Она когда так фонарем светит странно, ты должна светить вперед, чтобы я все видел, а не себе под ноги, подружка ты моя. Ну столько всего дают, давайте даже, наверное, используем, чтобы, блин, оно не занимало место в инвентаре. А то реально припасов прям слишком дофига. О, во! Ключ от мастерской, отлично. И, видимо, здесь и будет тот самый болторез, который мне так нужен, да? Он самый. Это просто прекрасно. Как отрезало. Теперь мы идем в ту сторону и, получается, спокойно сможем пройти дальше. Только сначала нужно погасить здесь свет. Ну, сейчас что-то будет, да, по-любому? Не? Ну, пока вроде скромное сельское очарование. Больше, чем обычно. Да ёб твою за ногу, быстрее. Тихо. Конечно, очень такое оружие медленное. Давай что-нибудь посерьезнее возьмем. Быстрее, ну. Капец, я там ей грудь прострелил. Глянь на этот трэш. Есть, получилось. Жить будем. Забираем болт арбалетный. Ну да, такое оружие, оно в таком бою, конечно, не подходит совершенно. Хоть оно и мощное, но перезаряжается прям очень медленно. И при всем при этом, понимаешь, мы не можем прокачать скорость перезарядки, что самое печальное во всей этой истории. Давай-ка опять вылечимся. Все равно аптечек просто столько дают, что капец. Подожди-ка. Нет. Ну, здесь я больше ничего не наблюдаю, поэтому давай-ка сейчас сюда сначала. И вот мы открыли, да. И в итоге мы здесь. Но нам нужно в эту сторону двигаться. Фонарик-то вруби. Может, я, конечно, по приколу ходить в темноте, но не мне, Сага. Перестань такой фигней заниматься. Пишу историю. Надеюсь, в которой все выживут и не умрут. Заметьте, уже больше этой, как его...
Забыл, хотел быстро сказать, статьи нет в этот раз. И вроде как вода поднимается, да, у меня такое ощущение? Я вернулась к началу. Нужно двигаться дальше. Как и в прошлый раз, нужно сначала пройти несколько кругов, а только потом мы выйдем туда, куда нужно. Помните, в прошлой складке была такая же история. Мы, ну, в принципе, во всех так было. Сначала мы ходили по лесу, потом ходили по озеру, там не озеро, но вы поняли. Синтия, детка, я отлично повеселился, но пора закругляться. Тор уже близко, самое главное, чтобы его не убили, а то будет обидно на самом деле. Тор! Где ты? Слышишь меня? Так темно. Прости, детка. Старуха обвела меня вокруг пальца. Тор, я здесь. Бегу. Тонула в толщу темной воды. Ты забрала Тора. Я здесь, чтобы вернуть его. Нужно было включить свет, чтобы добраться до него. Нельзя оставаться в воде. Сага! Здесь так темно. Я под водой. Она держит меня на дне. Мне отсюда не выбраться. Черт. Куда она делась? А, в воде лучше не находиться, я так понял, да? Ага, ну как нам починить лампочку-то, ёп? Детка, ты где? Она идет. Жесть. Быстро? Нам, видимо, сюда, да? И она меня здесь будет сейчас поджидать, что ли, серьезно? Я это заслужил. Оставьте меня. Давай-ка быстренько. Не знаю, она меня, наверное, шотнет, если я вдруг, да? Нужно выбраться из воды. Офигеть, слушай, прикольно сделали. Ух, она мне врезала. Ну, я зачем сюда пришел? За какими-то припасами, что ли? Ну, там фонарик, батарейки-то есть. Это очень здорово и замечательно, но мне не это надо. Ух ты, ёб! Должен же быть способ восстановить питание. Сейчас, подожди-ка, стой. Вот это жесть. Просто почти всю полоску, то есть она выскакивает из воды. Долго в воде находиться нельзя. Стоп. Куда идти-то просто непонятно. Ладно, попробуем еще. Черт. Вроде все, да? Так. Ну там эти всякие мелкие разговоры я не буду переводить, потому что смысла нет. То есть это, ну, это себя озвучивать, потому что ну зачем? Если это просто обычные фразы мобов и боссов, давайте лучше обойдемся без перевода, потому что, ну, в смысле, без озвучки, а то это слишком много времени займет. Ну то есть я хожу кругами, я только понять не могу, куда мне нужно. Ну вон генератор, я его вижу, да, он работает уже. Ну куда мне-то идти? Не совсем понимаю, нужно разобраться. Может, нужно вернуться обратно и там с другой стороны что-то посмотреть? Во, смотри, что-то здесь. Ну опять же, то есть это не то, что мне нужно. Хм. Еще бы знать, куда мне бежать. Вот, наверное, сюда. Вот, да, генератор, получается, один не работал, это он и есть.
Нет сил бороться с ней. Мне крышка. Выбирайся отсюда, детка. Тор, я тебя здесь не брошу. Держись. Это мне придется сейчас идти обратно, что ли? Серьезно? Ну ладно, давайте попробуем. Что-то странно, она вроде не нападает, да? Она прекратила, видимо, прятаться в воде. У меня такой... Сага! Простите. Я успел. Фух. Нет, все-таки она еще здесь. Только опять же нужно найти. Все получилось. Да, давайте сюда. Быстрее, 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 быстрее. Есть, получилось. Фух. Я сам напросился. Хорошо, теперь нужно ее одолеть. Так холодно. Темно. Ни хрена не разглядеть. Передай Одину, мне так жаль, что я все просрал. Извинишься перед ним лично. Я тебя отсюда вытащу. Только где он, да, хотелось бы узнать. Точнее, она. Ну и он, и она. Где-то, видимо, во тьме. Но нужно, получается, спускаться вниз. Вот сюда. Да ёб твою зан, серьезно. Теперь мы внизу. Блин, зараза. Не дает перезарядиться. Тихо. Да чтоб тебя. Что это такое? Она просто не дает ничего сделать. Подожди. Охренеть. Стой. Быстрее, быстрее, быстрее. Еще раз. Где она? Ну я промазал, блин. Отходим. Попал, да? Не? Вроде попал. Ну что-то она вообще ничего не делает. Странный босс какой-то, честно скажу. Вот что-то с боссами они не дожали. А ее просветить не нужно ли сначала, хотелось бы узнать. Не. Получилось, попал. Но я столько в нее уже раз выстрелил, ничего не произошло. Может, что-то нужно сделать? Может, так ее не убить? А? Хотелось бы узнать. Да ёб твою за ногу, серьезно, стой. Не, так ее нужно гасить, похоже. Да, она реагирует на стрельбу. Тихо, стой. У меня аптечки кончились, серьезно? Так, упала. Да спокойно, мать, успокойся, твою мать.
Да ты прикалываешься. Не, ну босс говно. Полное. К величайшему сожалению, вот не получается у них боссы. Наверное, даже и не стоило их делать. Потому что, ну, зачем? Если у вас не получается это все дерьмо, не делайте его просто, вот и все. Ну, потому что реально, это прям очень плохо. То есть, прям очень плохо. Ну, давай там, чего уже быстрее. Получилось. Промазал. А, подожди, в смысле она может попасть по мне через эту фигню? Да в смысле? Сейчас давай подлечимся лучше. Да ты угораешь. Да ёб твою за ногу, ты достала. Да ёбну. Не могу попасть, и все, ты хоть убей. Стоп. Тихо. Есть! Так, вторая стадия началась. Быстрее, ну! И что-то она опять, слышишь, что-то не так. Блин, патроны кончились, что делать? Что делать-то будем? Я не понимаю, что с ней делать. Ну давай, ну! Упс. Это надо перезаряжаться. А у нас с этим, в общем-то, проблема. Она меня догоняет. Слушай, у меня ничего нет, что делать? У меня патроны кончились. Где патроны-то? Может, нужно ее как-то сюда подманить или что? В чем смысл этого босса, я не пойму. Но я по ней сколько стреляю, она до сих пор живая. Я не смогу перезарядиться, чтобы она меня не убила просто. Она вон за мной уже просто бежит. Что еще у меня есть? У меня вообще ничего нет. Все. Нам хана, походу. Да ей похер вообще. Да блин. Ну просто это ужасно, понимаете? Я такого трэша давненько не видел. Господи, какой кошмар. Это реально было отвратительно.
Босс отвратительно поставлен, отвратительно сделан, и просто тут даже режиссуры нет геймплейной. Снова вы. ФБР. Сага Андерсон. Я двигаюсь в правильном направлении, уверен. Вы сделали мой побег возможным. Уэйк, вы где? Уэйк, вы где? Вы говорите из темной обители? Из времен до того, как вы оттуда выбрались? Щелкунчик у меня. Пора заканчивать со всем этим. Щелкунчик? Вы можете помочь. Надо найти его. Он уже у меня. Могу передать его вам. Но вначале скажите. Вы вписали Логан в историю? В опасности. Я должен вернуться. Я пишу историю. По-другому не получится. Тогда измените историю. Если это голос из прошлого, если вы еще в темной обители, значит все возможно, так? Нельзя делать ее персонажем. Она моя дочь, черт побери. Логан стала частью истории. Я не смогла убедить его изменить ее. Щелкунчик у меня. Теперь заставлю его переписать историю. Он не имел права так поступать с Логан, с моей семьей. Тор! Охренеть! Вы в порядке? А ты не особо и рвалась спасать дедулю, да? Отличные манеры. У вас все в семье такие? Ты права. Прости. Спасибо, что решил помочь старому ублюдку. Помощь людям — часть моей работы. Так вот, у меня накопилась куча вопросов. Не сомневаюсь, солнышко. А мне есть что рассказать. Ага, длинная глава была, скажу вам, надо заново поиграть для разнообразия. О, вот та самая песня, да, хорошая, послушайте. With thunder and lightning and the hubris I was born. Blood, heart and vain, I risk to take it all. Blind to your pain, your wounds, my damn. When a shame becomes a pale horse.
Песня просто огонь. Одна из моих любимых теперь. Нам надо поговорить. Совершенно верно. Мне многое надо объяснить. Но не здесь. Ночью у стен есть уши. Поговорим лучше прямо у тебя в голове. У тебя там места полно, правда? Откуда вы знаете? Я же твой дедушка. Чего я только не знаю. Ты знаешь о моей обители разума? Как это возможно? Мы все наделены силой. Открой истину. А ты как думала? Один уже сказал, что ты провидица. Ты можешь заглядывать к ним в головы, видеть истину. Сквозь всю их ложь. Сквозь чертов ужастик. Мы, Андерсоны, ему не подвластны. Ты способна бороться с ним. Не будь частью чужой истории, пиши свою. Это правда, я провидица. У меня есть дар. Обитель разума совсем не то, что я думала. Это не просто моя интуиция. Я вижу их мысли. Может, поэтому я знаю правду о Логан, хотя остальные забыли? Ты сказал, что ты мой дед. Если это так, почему мне тебе не рассказывали? Ты была частью нашей долбанутой семейки задолго до ужастика. Отцом Фрей я был хреновейшим. Твоя мама такого не заслуживала. Ни капельки.
Мы наговорили и натворили кучу глупостей. До сих пор ужасно жалею об этом. Ну и твой папаша внес свой вклад, конечно. Знаю, Фрей больше нет. Так что хочу извиниться перед тобой. Сага, прости меня, если сможешь. Он искренне сожалеет. Мама говорила, что не хочет иметь ничего общего с моим дедом. И что мой отец давно умер, поэтому я его не помню. Все сходится. Тор и Один действительно мои родственники. Нифига себе, да? Ты сказал, что был хреновым отцом. Мама ушла из-за этого? Если Фрея что-то задумывала, то шла до конца. Моя сильная девочка. Фрея всегда считала, что наши способности несут в себе опасность. Мы с Одином баловались силами, с которыми следовало быть осторожными. Твоя мама была человеком рациональным и вырастила тебя правильно, в безопасности. Неудивительно, что она не говорила тебе о способностях Андерсонов. Она всегда оберегала меня. Когда я рассказывала маме об обители разума, она говорила, что это выдумки. Жаль, что она не была со мной откровенна. Хотя бы под конец жизни. Мама не рассказывала мне об отце. Ты знал его? Некоторые двери лучше держать закрытыми. Твой папаша был ублюдком непростым. Всегда все продумывал на несколько шагов вперед, а мы не такие. Начались неприятности. И он свалил. Я повел себя не лучшим образом. Фрея перестала разговаривать со мной. И я ее прекрасно понимаю. Я ничего не знала о семье отца, как и о маминой семье. Мое прошлое — это какое-то кладбище разрушенных отношений. Я не хочу, чтобы с Логан и Дэвидом было так же. Я сделаю все, чтобы они были в безопасности. Щелкунчик у меня. Я могу использовать его, чтобы спасти дочь? Усилок. Чтоб гитара взревела и барабаны загрохотали. Пусть барабанные перепонки реальности полопаются. Выключателя недостаточно. Историю написал Том. Ему ее и переписывать. А потом он может щелкнуть выключателем и откатить мир к истокам. Да, детка. Я не могу использовать щелкунчика без Уэйка. Том, это Уэйк. Сначала он должен переписать историю. Без него этот ужастик не закончится. Ну, Том, это походу все-таки не Уэйк. Том имеется в виду Зейн. А почему так, хотелось бы узнать? Как-то они закрутили, скажу я вам. Так, ладно, погнали. Что у нас тут, где у нас, что тут есть? Братья Андерсон. Складка. Тор здесь, в складке. Надо найти его и выбираться отсюда. Ну, мы уже все это нашли, конечно же. Уэйк использовал Логан в своем романе. Кто дал ему такое право? Я еще могу заставить его все исправить. Я не оставлю ему выбора. Подожди, правда или вымысел? Сейчас, погоди. Почему мама уехала? Так, ну это я уже все озвучивал. Удобно, кстати, сделали, что вот можно, опять же, вот объясню тем, кто не понимает, зачем в принципе это нужно. А, смотрите, сюжет в игре, как вы понимаете, довольно сложный и запутанный, и закрученный. И вот одно из предназначений вот этой вот доски, это увидеть все связи. Вспомнить в случае чего нужные диалоги. Все это дело сопоставить, собрать воедино и понять. Вот за этим, в общем-то, и нужна доска. Вот у некоторых людей возникает вопрос, зачем это надо? Да вот зачем, потому что без нее крайне сложно будет. С учетом того, как вел себя Тор, я удивлена, что мама не уехала раньше. Но ему было искренне жаль. Так вот, и дело все в том, что... Как бы, ну...
Эта доска — это прекрасная, очень удобная вещь, особенно если вы играете с перерывами большими достаточно. Да, потому что, ну, в любом случае, если там делаешь там даже уже день-два и забывается уже все, быстро на доску глянул, посмотрел, чё почём, и пошел дальше, без каких-либо проблем. А, подожди. Так что в этом плане они на самом деле очень крутую штуку сделали. А, подожди. Чё? В смысле нет? Во. Именно Уэйк должен переписать концовку романа. И мне нужно присматривать за ним. Чтобы попасть в складку, нужно какое-то произведение. Это из-за того, что темной обители нужно творчество? Ну, пока по-прежнему это на будущее. Ладно. Тут тоже пока на будущее. Схроны культа, погоди-ка. Bright Falls. А сколько здесь всего? 7, по-моему, тоже, да? А я не могу посмотреть почему-то. Ладно, фиг с ним, пойдем пока. Спасибо, что все мне рассказал, Тор. Я должна найти Уэйка. Остановить этот кошмар. Old Gods of Asgard придут на помощь. Когда понадобится, мы с братаном обрушим на них всю мощь тяжелого рока. Не забывай, твоя дочь живая. Просто ты не можешь до нее добраться из-за этого долбанного ужастика. Мне нужно было это услышать. Спасибо, дедушка. Обо мне не волнуйся, малышка. Я как-нибудь доползу до Одина. Пара-тройка стопок самогона Андерсонов поставит нас обоих на ноги. До встречи, Саги. ФБК заперла Уэйка в управлении шерифа. Надо убедить агента Эстевес прислушаться ко мне. В их руках Уэйк, в моих щелкунчик. И мы должны работать вместе. А, это понятно. Кейси, ты где? Черт подери. Где ты, Кейси? Надеюсь, он в порядке. Сага, соберись. Управление шерифа, Уэйк. Но подожди, пока мы переключимся на Уэйка, немножечко за Уэйка побегаем, потому что что-то прям очень хочется за него уже, а то у нас саги было слишком много в последние дни. Так что давайте-ка немножечко разнообразим процесс. Тут, конечно, вот смотрите, все раскидали, все разломали. Только мне очень интересно, по идее же переход должен быть где-то здесь, да? Ну-ка, ничего не скажут, не? Не, ничего не скажут. Как будто бы ничего и не случилось, да? Только стулья бы кто-нибудь убрал, ну ёпперный театр. Ну мы здесь были, да-да-да. А где же там переход-то был, вы помните? На этом этаже или на следующем? По-моему, на этом, на следующем, точнее, на втором, да? Кажется так, сейчас проверим, подожди. На всякий случай. Если что, там вернемся в другое место, потому что... Ну... Там тоже можно перейти. Но здесь ничего нет, подожди-ка. А где же я видел термос и переход в другую зону? Все сидят, да, как будто бы ничего и не случилось, в общем, да. Все хорошо, все замечательно. Бардак никто не убирает. И здесь бардак, да, никто не собирается убирать. Роуз, где она вообще делась, я не пойму. У нее тут как бы работа до одного места, а она тут сидит, прохлаждается. Че за дела-то? М? Надо ее увольнять за такие дела. Но опять же, смотри, вот это вот закрыто по-прежнему, мы сюда пройти не можем. Видимо, мы сюда еще, наверное, вернемся, я так понимаю, потому что как иначе, я что-то понять пока не могу. Очень странно. Здесь тоже ничего, подожди, а где же мы видели этот чертов термос-то с переходом в другой мир? Это же было здесь, нет? Че за фигня? Сейчас у нас просто новый квест найти термос. Он же указан на карте, по идее, да? Вот, смотри, комната отдыха, да. Бэмс, это на этом этаже, правильно?
Именно. Вот здесь комната отдыха. И тут термос, да, переход в другую реальность, где... Ай, блин. Так, быстрое сохранение. Но здесь перехода нет. Придется, видимо, сейчас шуровать аж туда. Где... Скажи, тебе скажу. Сарай, и из сарая переходить, я так понимаю. Потому что иначе как это можно сделать? Ладно, пошли пока отсюда. Можем, в принципе, пока что у нас время есть. Собрать пару там схронов. Смотрите, мы вот здесь. Но вообще, по идее, выход с другой стороны есть. Вот как раз-таки, да, вода сошла, и мы можем, по идее, теперь все исследовать. Но это надо с другой стороны переходить. Подожди-ка, где складка была? По идее, теперь мы там можем проползти. Давайте поглядим. Теперь на карту. Где-то вот, получается, прямо смотрим и вот туда, короче, шуруем. Просто странно, что мы здесь, ну, видимо... А, вот, смотри, что-то еще есть. Вот сейчас бы упустил, видишь, не зря. Вернулся. А пока Синтия Уивер завтракала на первом этаже, Роуз прошмыгнула в ее комнату. Комната была заставлена лампами, так что нужную... С ангелом найти удалось не сразу. К счастью, послание, полученное во сне от Алана, оказалось вполне понятным. Роуз не сомневалась, что пропажу одной лампы Синтия не заметит. У нее их и так много. Вечером Роуз положит лампу в обувную коробку и утопит ее в садовом пруду. Так хотел Алан. Лампа ему поможет. Одна мысль об этом доставляла ей несказанную радость. Синтия обнаружила пропажу лампы, как только вошла в комнату. Ее окатило волной горя. Лампа принадлежала Тому, а у Синтии осталось так мало предметов, напоминающих о нем. Да, она давно не работала. Кабель обрезали вместе с выключателем, но свет не всегда виден глазу. Невидимый свет лампы с ангелом все эти годы помогал Синтии жить дальше. В дальнем углу комнаты тени вдруг показались совсем живыми. Но сквозь непрошенные слезы разглядеть, так ли это было непросто. А, так вот как это, видишь, произошло. То есть теперь ясно, как у Уэйка оказался... Ну, господи, вот лампа это оказалась. Ее передала Роуз, забрав ее у Синтии. И, видимо, кстати, в итоге это и привело к тому, что Синтию поглотила тьма. То есть она так опечалилась, так взгрустнула, что что-то ей аж хреново стало. Вот да, заметьте, мы вышли, и сразу свет поменялся. То есть здесь неправильно работает освещение в игре. Такого быть не должно. У меня, кстати, вообще нифига нет патронов. Вообще замечательно, конечно. Здорово, вообще прекрасно. И как обороняться в случае чего, непонятно. Сейчас надеемся, что в схроне что-нибудь найдем в ближайшем. А он у нас находится где? Ну, если, в принципе, по дороге идти. Там еще нужно будет свернуть на тропиночку. Я думаю, что там, может быть, ланчбоку будет. Если вот сюда вот сходить, думаю, есть что-то будет по-любому. Это нужно вот туда, наоборот. Дуть. А мы тут не пройдем никак, смотрите. Вид красивый, кстати, да, такой прям. Ну, здесь, да, ничего нет. Так, у нас был приглашенный гость. Сейчас, секундочку. Так, у нас был приглашенный гость. У меня было где-то записано. Что тут? Джим Фигамор. Фигамор? Фигамор? Я где-то слышал эту фамилию, но... О, у нас звонок. Должно быть, это наш гость. Здравствуйте, Пат Мэйн слушает. Привет, это Терри. Я в гостинице Элдервудский дворец. Тут была перестрелка. Повсюду ФБР. Кажется, кто-то умер. Сижу я себе на стойке регистрации, и вдруг пули как засвистят. Пришлось залезть под стол. Боже правый, Терри. Что ты такое говоришь? Должно быть, ты сильно испугался. Наверняка это просто раз Хэммонд решил поохотиться на куропаток раньше положенного. Куропатки? Ты меня слышишь вообще? Весь отель перестреляли. И это еще не все. Чем угодно клянусь, перед тем, как все началось, сюда вошел Алан Уэйк. Алан Уэйк? Это один из ребят Мэнди Мэй? Пат, блин, Алан Уэйк, писатель. Ты же его на передачу звал. Он исчез много лет назад.
Пропал, говоришь? Теперь все встало на свои места. Видишь ли, мне звонили люди, утверждавшие, что Венди Дэвис пропала. Но они, похоже, перепутали ее с этим твоим Аланом Уокером. Терри, ты помнишь, как я приходил проведать тебя в прошлое воскресенье на рынке? Ты еще продавал эти часы с кукушкой. Нет, Пат. А кто в тот день торговал вяленой говядиной рядом с тобой? Венди Дэвис. Из компании «Вяленая говядина» от семьи Дэвисов. Как же она могла продать мне вяленую говядину в прошлое воскресенье, если она пропала в 2010 году? Какая глупость. Да ё-моё, Венди умерла. Я про Алана Уэйка. Пат, мать твою, все серьезно. Я пытаюсь всех предупредить. Там происходит какая-то жесть. Я пойду, а то вдруг опять начнется. Хорошо, что ж, с нами был Джим Фигамор. В этом году он будет баллотироваться в мэры. Что? Нет, это был... Кто бы то ни был, сегодняшняя передача подошла к концу. Как бы то ни было, послушайте песню, которую нам прислал внук Кэти Дэрил. Тьфу. Ну, видимо, да, там у дедушки проблемы. Уже с головой. Либо эта история на него так влияет, либо уже просто у него маразм. По вечерам в доме престарелых Вальгалла играли в бинго. Каждый раз, когда Роуз вытаскивала из барабана шарик и называла число, кто-нибудь из пациентов кричал «Бинго!», независимо от чисел на картинках. Другие пациенты, напротив, не издавали ни звука, даже заполнив карточку. Третьи пытались украсть у Роуз шарик. Некоторые пациенты отчитывали безобразничающих соседей, ведь весь процесс напоминал попытки управиться с толпой кошек, но Роуз не возражала. Кошек она любила, она знала, что занимается именно тем, чем должна. Составляет компанию маленьким викингам. Ждет, когда придет героиня. Сегодня пациентов что-то беспокоило. Больше, чем обычно. Ахти снова напялил комбинезон Блума. Тор стоял рядом с телефоном. Роу слишком поздно разглядела молоток в его руке. Фонари в саду замигали. Тень с дождем подошли вплотную к окну. Время настало. Угу. Вот, получается, если сюда и в бок, то в итоге мы окажемся, где нужно. Здесь есть еще ланчбокс. Да? Только где? Ну, где-то рядом. Подожди, может, там чуть дальше? Там я уже вижу очередной, да, схрон, но ты постой, а где же ланчбокс? Он должен быть здесь. Ну вот я прям бегаю и не вижу его. Но она бы сказала, если бы он здесь был. Но он должен быть неподалеку. Однозначно должен быть. Ёлки-палки. Враги уже здесь. Круто. Я лучше свалю, потому что мне нечем просто обороняться. Абсолютно нечем. Сейчас, погоди, схрон-то где? Я пробежал его уже? Конечно. Ёлки-палки. Серьезно? Подожди-ка, давай-ка с другой стороны. Успел. Кто тут самый быстрый парень на деревне? А теперь, во. Если, конечно, мне дадут это все дело. Еще один ящик. Нужен ключ. Класс. Нужно следовать за стрелками. Там в итоге приведет это меня в этот, как его. Где он вообще? Слушай, у меня есть одна идея. В принципе, я смогу его грохнуть. Ау, я промазал, ты прикинь. Бежим. Да их просто тьма здесь, ёб твою за ногу. Охренеть. И тут еще меня уже поджидают. Замечательно. У нас прям дела не очень. Очень не очень, скажу я вам. И как вот от них убежать, мне просто интересно. Слушайте, вот тут рассказываю, типа, я там всех пробегал, я, значит, такой молодец, все пробежал, всех пробежал, значит, как? Ну вот просто они же тебя преследуют почти постоянно, там целая толпа, блин. Ну то есть, блин, я вообще не понимаю. Аж отсюда, да вы издеваетесь. Thanks, Saga. Охренеть. Короче, ребята, на этом все. Я не понимаю, вот опять же, есть проблема. Проблема номер раз. Здесь нет, блин, сохранений. Там, где надо.
И то припасов до хрена, то ни хрена. Вот то, что я все сейчас пробегал, вы представляете, мне нужно сейчас будет опять пробегать вне записи. Ну почему нет сейвов-то в промежутках, я не понимаю. Чего-то сегодня, конечно, игра прям немножко разочаровала. То есть, потому что, во-первых, был босс, это один из худших боссов, в принципе, на моей памяти. То есть, настолько плохо было. И вот эта вот хрень с сохранениями, это просто что-то с чем-то. Я не знаю, кто это, блин, придумал, но это очень плохая идея. То есть вот здесь именно геймплейные решения были не самые лучшие просто, к сожалению, к величайшему. Но опять же, сюжетно интересно, атмосфера-то все хорошо в этом плане. Просто вот эти вот моменты, они вот уже как бы через, скажем, сколько уже прошло, часов, наверное, 20 уже, они, ну, прям напрягать начали, давайте скажу вам честно. То есть вот это вот прям очень-очень не очень сделано. Ну ладно, продолжим завтра. Посмотрим, что будет впереди. Короче, в следующей серии, наверное, что мы сделаем. Я начну с момента после того, как я заберу кассету, да, сразу, чтобы просто время не терять. И мы пойдем уже соберем здесь три схрона, которые остались. Да, добежим до места, где мы сможем, скажу тебе, скажу, сыграть за Алана. И после этого продолжим за Алана играть уже, да? Спасибо, ребят, что смотрели. Не забывайте тыкать пальчики вверх, комментировать, подписываться на канал. На телегу подписывайтесь, там новости канала. Подписывайтесь на Twitch, там трансляции. На второй канал, там записи трансляции выкладываются. Если вы пропустили. Кроме того, не забывайте поддерживать канал рублем. Это помогает ему развиваться и не позволяет закрыться. Ссылки все в описании. Всем спасибо. Всем пока.